Здравствуй вас, хлопчики та девчатка. Сегодня очередная часть мармезонского балета. Выполняем план Б. То есть план А уже там в предыдущей части мы рассказали, почему не получилось. План Б заключается в том, что делаем вот такие теплообменники. То есть вот она. То есть трубка одна центральная. Сейчас покажу устройство. То есть здесь клапан Шрёдера, здесь полдюймовая резьба. То есть состоит оно. Это 15-я трубка. Соответственно, здесь угол 45 градусов. И этот самый мы в первой части паяли. И резьба. Единственное, что резьбу, наверное, стоит паять в последнюю очередь. Но уже они все распаяны, так что это не принципиально. Дальше. Используются три трубки вообще. 15-я, это 22-я. И для этого самого используется, для вот таких кусочков, используется 18-я трубка. То есть, что мы делаем? Одеваем 18-ю трубку. Потом это 18-й уголок, тройник. То есть он как раз заходит в 22-ю по наружному, внутрь 22-й трубы. И здесь, собственно, у нас 18-я трубка. И получается вот такая штучка. Раз. И одели. То есть, если бы не было вот этой промежуточной трубки, 18-й, у нас бы большой был зазор. А так, пропаяем дважды. Вот эта трубка, чуть более длинная, используется для соединения тройников между собой. С этой стороны точно так же надевается промежуточная трубка. Вот. И, собственно, потом будет запаиваться. То, что я показал сначала, вот оно потом будет выглядеть в таком виде. Я две трубки запаял сразу, но потом, когда начал ее компоновать, не совсем оно удачно ложится. Сейчас попробую паять вот наполовину собранный девайс. То есть будет вторая точно такая же симметричная часть. То есть это получится внутренние трубки для геозондов с клапанами Шрёдера. Я думаю, что дальше все увидите. Пока паузу нажимаю. Thank you.
А все можно. Так. Спаяна половинка теплообменника. Я думаю, что когда позачищаю, будет все красивше. Газ закончился опять, кислород. Надо заправиться большим баллоном. Есть у меня такое. Получился у нас вот такой теплообменник. Несколько, вот это на геозонды, клапаны Шрёдера для заправки. Это у нас уровень специально, чтобы, ну, планируется заправлять фреоном где-то по вот этому уровню, то есть чтобы было видно, насколько было заправлено. То есть этот уровень уходит вниз. Здесь вот этот отвод, как и верхний, он, собственно, сейчас заглушен. Это если не будет хватать этих теплообменников, ну, вернее, скважин, то чтобы можно было расширять всю систему. Отвод именно для фреона, вот один, он сейчас заглушен для прессовки. И второй, который будет использоваться здесь, на нем сейчас стоит клапан Шрёдера, то есть тоже для прессовки именно фреоновой части теплообменника. Вот так оно выглядит, как сказал коллега, шедеврально. То есть еще не все зачищено, то есть половина зачищена теплообменника, половина нет. Вот тем временем яма. Это самая гидроизоляция. Вот там в простенок будет засыпана глина. Ну, я далее буду, покажу. Коты тут присутствуют.